Еретик продолжается. Ребята, и будет совершен десант, очевидно. Я слышу. Они там кричат и хотят нас брать. И музыка. Ха-ха, это музыка. ХПшку использовать? Нет, тут достаточно много всего лежит. Супер десант. Ох, тут лич сразу железный. Что есть? Бессмертие есть. Пошло бессмертие. На лича врываюсь, это было неожиданно достаточно. Лич использует все известные ему заклинания и готов на самом деле. А кольцо Инвула спасает еретика. И сверху очередной Офридиан ведет свой огонь. Его надо брать, пока у меня работает это бессмертие на самом деле. И Офридиан взят. Что еще нас ждет? Здесь надо все проверить. Бессмертие заканчивается. Сюда дать. Два заряда Феникса. И Офридиан пусть бегает себе. Там телепорт. Ну и здесь может что-то быть. Туда можно куда-то отправить. Хорошо, мистер Офридиан. Выстрел и готов. Много хп. Офридиан еще жив, посмотрите. Это следующий. Потому что я того завалил. Вот этот еще не хочет погибать. Хочет вести огонь и продолжать. Наверное, хочет выпендриться перед своим хозяином Деспорилом, но мы не допустим никаких выпендрежностей. Забираю желтый ключ. Здесь еще один. Сейчас мы с тобой быстро. Тут повыходили, кстати. Они в некотором количестве. Окружают. Еретика окружают. Они на змеев похожи, потому что у них такие хвосты. Тут еще один сверху и один наземный. На, получи. Смотрите, он в реку зашел. Твоя истинная... И ареал обитания, это вода, да? Но они из этих проходов явно вышли. Здесь еще один. Я сюда хочу дать из стафа Феникса. Выстрел прошел. Тут щит зря подобрал, потому что можно было немножко более экономным быть. Тут выход сразу с уровня, там лич. Лич сторожит выходы с уровня. Он заперт, очевидно. Смогу выцелить, выцеливая, потому что когда вот этот Офридиан стреляет, он останавливается. Тут еще выход с уровня номер второй. Странно. А в водопаде секрета не будет. Хорошо, неплохой десант, как для начала. Ну, можно вооружиться арбалетом и идти в желтую дверь, только непонятно, где она находится на самом деле. А, вижу, где она. Перед этим мы совершим еще один выстрел меткий. Куда-то вот в ту клетку. А он не пролетает так, как мне хотелось бы, к сожалению. Ладно, тогда идем в желтую. Ходка в желтую. Классическая. Большое столпотворение сабли котов. И они кричат, конечно, очень страшно, но на самом деле ничего страшного. Более страшно это то, что в окнах. Тут нас уже поджидают и простреливают. Главное, чтобы дракона не было. Все-таки пока что драконы самые опасные. Ну и вот эти офридианы тоже крутые. Саламандр. Похоже на саламандр на самом деле в каком-то... в какой-то мере. И рога у них такие. Давайте мы тогда с вами переговорим. Не, вам-то надо тоже сандалить, я думаю. Нечего выпендриваться. Вот летит и готов он. Сюда еще одна. И здесь с параллельного боку... Здесь выходят на меня коты, но это такое. Их можно так взять. Кстати, дверь закрылась-то за мной. Тут выпендриваться тоже сильно не надо. Ребята, выстрел, 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 и все, этот готов, и этот готов. Здесь стрелков нету, сюда просто можно стрельнуть. Телепорт на каком-то постаменте. Стреляю, промахиваюсь. Возьмем перчатки некроманта и попробуем через окно. Свободная касса. Свободная касса завершена. У меня полный хеллстаф, его надо использовать. Во. Очень классный саунд здесь вот, на фоне играет. Захожу в комнату, в котором были противники. Тут две кнопки, но я жму, например, первую. Опустился телепорт. Он был на постаменте. Вторая что сделает? Вторая непонятно, что делает. Что-то тоже, возможно, открылось. Тут стяги повесили Деспорила. На три зубица. Это вам не поможет. Не знаю, что сделала вторая кнопка, но я сохранюсь, наверное. Телепорт? Телепорт ведет и к синему ключу, отлично. На самом... к зеленому ключу. А вон там синий, наверное, да? Тут что-то открылось. Нет, тут выходы с уровней. Опять я десантировался?
подбираю весь запас. Надо бутылки не подбирать, когда вот это не критично. Ну ладно, заходим тогда в зеленую. Какой-то уровень не особо и трудный будет, наверное. Потому что основной контингент, судя по всему, мы уже отстрелили. Еретик входит вперед. Вот этих парней, вот эти очень слабенькие. Их можно и брать на самом деле с помощью перчаток некроманта. Некромантии немного. Так, а вот здесь уже все более чем серьезно, поэтому я пытаюсь ворваться. Получаю, конечно, урона. Но я внес тоже неплохо. Магия ада работает. Я не попадаю по ним. Вот оно что. Отлично. А по мне засаживают очень хорошо. Очень знатно летят снаряды. Гаргулии, выходите на честный бой. Это моя уже очередь кричать, чтобы они выходили на честный бой. Они друг с другом сражаются. Боже мой, а там еще андеды. Летят снаряды. Да, тут все в магии просто. Большой хедшот. Вот это готово или нет? Я не попадаю через этот барьер. Бассейн, в котором они засели. Хорошо. А по вот тем надо ракету сандалить. Если можно так выразиться. Магическая ракета. Летит. Вот так. О, хорошо, там тепло стало им всем. А тут я по себе засандалил. Я так и знал, что так будет. Ну давай тогда через вот эти решетки прострелим. Так, бассейн. У меня 44... запаса здоровья остается. Что у меня есть? У меня есть 3 бутылки. Сам виноват на самом деле. Одну использую, 69 хп. Зайти дальше. Тут еще дверь была. Но вот этих афридианов хочется взять. Надо как-то чуть-чуть выше стрелять. Потому что вот так вот я по барьеру попадаю. Просто навожусь на них. Не, нормально попадаю. Что-то мне показалось, что я не промахиваюсь иногда. Все, все готовы. Не надо было волноваться на самом деле. Я факел случайно прожал или нет? Нет, тут просто такое освещение. Так, здесь у нас что? Здесь синие двери. Забираю еще одну бутылку. Это зеленые двери, очевидно, да? Только параллельный проход. Как-то они сами собой открылись. А здесь мы что ищем? Мы здесь ищем, наверное, телепорт, который приведет нас к синему ключу. Но здесь... Во, я вижу синий ключ. Как проходить к нему пока что немного непонятно, немного неясно. В сам бассейн я зайти не могу. Тут двери еще ж были, надо в эти двери заходить, очевидно. Все более чем прозаично, еретик. Нечего тут блуждать. Очень нравится, в принципе, игра, ребята. Я уже говорил об этом, ученики Деспарила. Да, мы сейчас их возьмем быстро и решительно. Нравится даже просто блуждать по вот этим казематам всем. Очень, очень классный дизайн уровней. Как они сделаны. Я действительно себя ощущаю в ролевой более игре какой-то фэнтезийной, чем что-то не. Смотрите, еще одного еретика повесили. Отомстить. Сейчас будет совершена месть. Dragon Claw, то что нужно. Здесь символ какой-то вычертан. Вот он, на полу. И очевидная ловушка. Пробегаю, не, нормально все. И казематы. И запас магических снарядов. Ученик Деспарила, что вы тут замышляете? Какие-то заклинания темные, да? Готов. Факел. О, и гаргульи нападают. Гаргульи готовы, и вот это готово. Хорошо. Больше всего мне, наверное, вот этот адский... Адская посох нравится, потому что он такой стильный, с рогами. Здесь у нас шутки никто не будет шутить, потому что один из големов огненный, умеет засандалить. И так и происходит на самом деле. Ох, тут много казематов, тут нужен, наверное, арбалет эфирный. Выстрел, и дух вылетел из голема очередного. Бутылка еще, хп полная. У меня закончились, к сожалению... Щит закончился. Так, тут один огненный, это будет трудно немного. Выстрел. Выстрел, и он готов. Еретик что-то разошелся. Но этот каземат мы возьмем быстро. За углом. Второй голем побежал к своему этому сообщнику. Посмотрите. Теперь выходит на меня. Пробил 2 раза, кстати. Мощно пробивает. Я лихо ворвался. И завалил их всех. Хорошо, еще один проход. Мы готовы брать голема. Этот получил с одного выстрела. Эфирные.
Эфирные невидимые. Стреляю. Сражение в узких помещениях. И вот и выход, собственно, на ключ. Наверное. Стой, стой, стой. Не надо спешить. Вот так пойдем. Выход к дверям. Нападение ожидаю. Куда же ты меня выкинула? Меня выкинуло туда, где я был уже. Подождите, это желтые двери. Да? Да, действительно. Я пособираю, конечно, бонусы все. Наверное, имелось в виду, что я подберу... О, тут открылся секрет со сферой. Отлично вообще. Может быть, имелось в виду, что я заберу синий ключ, потом этот шорткат, так называемый, големом вернусь. Хорошо, но ключ еще ключом и не пахнет. Ключ вон там. Поэтому мы возвращаемся в каземат. Во-первых, здесь бутылка подобрать. О, тут еще, посмотрите, засели горгульи. Ну, готовы. И это готово. Нам надо в эти двери заходить, которые по центру. Открываю, тут я уже немножко почистил. Будет ловушка какая-то. Тут неприятная физиономия изображена. Давай попробуем нажать на нее. Это секретная дверь. Тайник какой-то. С горгульей внутри и... с рюкзаком под магических снарядов. Так, дальше проходим. Dragon Claw. Надо сохраниться, давно не делал. Так лихо иду как-то. Ничего не боюсь. Факела, сохраняюсь. Зеленые комнаты. Сейчас что-то выскочит, не? Не. Никто не посмел выскочить. Все уже боятся еретика просто. Вот. А тут не будет дверей, да? Потому что не уникальные. Тут символы. Трезубца и кнопка. Кнопка открывает проход, и на нас совершено нападение очередное сабли котов, сабли клоус, вот эти хвостатых, и я их валю. Иногда из них выпадает запас магических боеприпасов. Вот, это тоже рандомно получается. Не могу подобрать? Не могу, значит, могу из хеллстафа сейчас хорошенько засандалить. 400 у меня. Слышу еще один. Тусуется где-то. Я слышу, слышу его. Вот, дверь, это понятно, мы тут были. Параллельная не будет. Тут, наверное, что-то произошло. О! Уже выходит на нас молодчик, да? И открылись еще одни двери. Мы же отсюда пришли. Простите. Тут что-то открылось, очевидно, потому что их много выходит. Они откуда-то повыходили. Вот отсюда. Хорошо, еретик проникает. Две лестницы. Тут будет секретик? Не? Просто символ на стене. Синий ключ. Надо приготовиться к взятию синего ключа. Каким образом брать его лучше? Может быть, сферу хаоса взять? Chaos Device. Беру ключ. Ничего не появляется. Ну и я на самом деле не против. Что-то появилось. Не запылилось. Это мистер Дракон. Который дал по мне серьезнейшим образом. Сфера хаоса сейчас может зайти на самом деле и зарешать, потому что со всех сторон драконы. Я смогу убежать тогда. Я могу их и так взять на самом деле. Я потому что умею стрелять. Вот так вот этого взял. Вот сейчас опасно. Вплотную с ними плохо. Бомбы древних. Один остался. Из арбалета добью. Тут еще вот эти. Сабриклоуэ. Еще будет драконы? Главное драконов вынести. Сабриклоуэ не опасно. Еще один дракон, как минимум. Получает, получает, получает. Будет готов сейчас. Эфирный арбалет берет его. Хорошо. Такое ощущение, что сзади кто-то был. Не? Не, показалось. Они отсюда повыскакивали. А. Ясно, что такие злые, потому что тут тесно немного. Тут еще бомбы древних, их у меня уже достаточно много. Еще бутылка. Бутылку можно использовать, 7 штук. Пошло, хорошо. Так, все еще непонятно, как сюда попадать. Возможно, с помощью крыльев гнева. Их у меня еще нету. На этом уровне их не было еще пока что. Две урны мистические. И ключ я подобрал. Тут. Тут все исследовали, кнопку нажали. В синюю дверь очевидно. Музон крутой. Крутейший просто. Просто крутейший. Достаточно комнаты, не то что циклические, а как же это правильно сказать, параллельных очень много мест в комнатах.
Так, ну тут классическое нападение готовится. Будет пресечено незамедлительно. Что, научились двери открывать, демоны? Посмотрите. О, этот спрятался за факел. Сейчас мы эту дверь вскроем и дадим ему. Вот так вот, хорошо. Будет лестница подниматься или что? Там серьезная комната, там по мне уже стреляют. Спрятаться надо. Ох, тут ловушка. Ну давай переговорим вот так вот. Чуть меня не убил. Надо использовать, наверное, две бутылки, ребята. И вопрос теперь в том, как брать этого голема, который там тусует. Получает голем. Что-то еще там будет? Я не вижу. Я могу туда отправить? Предупредительный. У меня вот эта штука была, да? Ха-ха-ха-ха. А вот так вот. Я же могу туда позакидывать, они навесом летят, да? Вот и голем очередной получает. О, вот эта штука хорошо против големов на самом деле. Еще бутылку использую на всякий случай, чтобы не погибнуть. Здесь верхний этаж, три кнопки сразу. И за одной, и за стеной у нас Undead, да? Undead получает. Да, плотный достаточно. Из арбалета дать еще. Вот так вот. Это секретом считается. Перчатки некроманта тут. Какие кнопки сжать, я даже не знаю. Например, первая. Например, вторая. Ну и третья. О, тут ученик Деспорила в окне. Посмотрите, свободная касса очередная. Попал по мне. Сейчас еще раз попадет, наверное. Том силы из него выпадает. Слушайте, это был серьезный чародей. Метил, наверное, на этого. Что-то больше, чем просто ученик. Ловушка закрылась за мной. Том силы, давай сюда этот. Использую и врубаю. Я не знаю, сколько их, поэтому я врываюсь туда. Под томом силы, ребята. Опасная боевая ситуация. 90 хп, я вижу здоровый щит. В принципе, удачно разменялся, судя по всему, на щит. Много магических снарядов. Очередная кнопка. Жму. Один выжил. Сзади зашел. Посмотрите. Жму кнопку. Она на время или нет? Непонятно. Снаряды для хеллстафа в большом. Она на время. А что-то делает. Может, выход открывает. Да, открывала выход, чуть меня не задавило. 73 хп. И что дальше? Это вопрос интересует всех. В синих дверях мы же ищем выход с уровня. Мы еще сюда не сходили, здесь лестница поднялась. И нас встречают. Ох, пробил даже по мне, посмотрите. Ну давай, тебе летит подарочек небольшой. И твоему сообщнику тоже. Так, надо еще раз сохраниться. Приготовить хеллстаф. Голем готов. Это тут неприятная комната. Здесь, очевидно, ловушка. За углом никого. Это как раз решетки, выход на уровень. Здесь еще голем получает. Какие-то плотнее стали или что? Или просто урона мне не хватает? Так, ну големов из арбалета надо брать. Они не сильно поворотливые. Тут нету секрета. Подожди, не надо спешить врываться в следующий зал. Пока предыдущий не осмотрел. Попытаюсь вот это забрать. Будет ловушка классическая. Неужели у меня феникс полный? Да, 40 снарядов, полный феникс. Ребята. Секреты? Нету. Значит, проходим в следующий зал. Это уже выход с уровня. Судя по всему. Лич должен охранять. Мистер Лич. Но тут у нас лича нету. Тут трое големов сразу. Получают все. Какое-то начало эпизода было очень сложное, а тут здесь уже третий уровень не особо. Впереди может быть лич, надо приготовиться к этому. Каким образом? Мины или кольцо бессмертия? Наверное, кольцо инвизибилити. Это выход с уровня. Это не выход, это кнопка очередная. Это верхний водопад. Опять это начало уровня. Сохраняю, жму кнопку. А, наверное, кнопка должна открыть сами выходы с уровня. Да, так и происходит. Тут сабрикловы в большом количестве получают. А параллельная дверь тоже открылась. Параллельные двери — схожая боевая ситуация. Они не сильно представляют опасность.
Но они, вот эти бегают хорошо. Немножко некромантии, молодой человек. Готов. Так, еще раз сохраниться, что мне страшно становится. Входим в очередной каземат. Явный секрет. Свиток карты и кнопка какая-то. Открывается секрет с томом силы. Наверх можно будет подняться? Не знаю, сохраняюсь. Опасно, потому что... Хеллстаф не берется. И тут еще что-то открывается. Господи ты, боже мой. Еще вижу секрет. Хорошо, подождите, не надо спешить. Мы везде еще здесь побываем. Но вот этот явный был со стеной. Я захожу с другого боку, это выход, и тут действительно лич. Как брать его? Потом вам силой перчатками щит так солью. Под неуязвимостью лучше брать. Здравствуйте. Давай. Не-не-не, только не выброси меня с уровня. Я еще не все секреты посмотрел. Своим заклинанием посмотрите. Готов лич. Выбросит с уровня меня просто. Он один тут или что? Что происходит? Не, вроде все окей. А, тут еще ученик Деспарила, посмотрите, получает. Хорошо. Ну, в жило пошло, наверное, мое использование бессмертия, потому что без лишних потерь. И щит сохранил, и на выход вышел. Я вижу еще секрет. Один, я... И два, три вижу. О, ребята, тут ходите, ходите еще. Надо как-то наверх водопада попасть. Легко организовать. Вот так вот, ха-ха-ха. И зачем я сюда пошел? Чтобы вот сюда куда-то пройти. А сюда я не могу пройти. В параллельную сторону нужно. Тут я был везде, странно. Не, не туда я пришел. Не надо мне в начало уровня. Мне вот сюда куда-то нужно. Кто-то там еще пытается выпендриться, да? Вот сюда мне теперь. По карте иду, по секретам, по секрету всему свету. Вот сюда, сюда. Там, музон очень крутой, боже мой. Вот здесь секрет. Как я должен тебя находить? Не могу понять. Вот здесь он должен быть. А, красный гобелен. Остальные гобелены синие, а вот этот красный. Ожидаемо. И ожидаемое нападение здесь. Том силы, хорошо. Том оф Пауэр, подожди, сейчас не надо спешить и жадничать, еретик. Вот так вот забрал. Следующий секрет в следующей же комнате. Тайное место. Вот здесь. Ну, ожидаемо, да, я пропустил, видите? Тут как раз таки крылья, чтобы летать. Крылья мести. Крылья гнева. Забираю. Вижу еще один секрет, он в желтых дверях. С картой уровня все ищется абсолютно. Абсолютно. В желтые двери только надо выйти. В синие не надо. В синие я... А, так я же могу еще и... А здесь все опустилось. Хорошо, а тут что-то будет? Да, тут... Став Феникса, хорошо. Здесь еще все опустилось. Ну, видите, все очень хорошо. И том силы очередной. Очередные боезапасы. Еще бутылочка фиолетовая. Так, куда теперь за секретом? Последний секрет в желтых дверях, надо туда выходить. Тан-дан-дан, вот сюда, хорошо. Я его тоже пропустил как-то, но тут трудно было бы его найти, каких-то подспорий нету, чтобы его открыть. Арбалет лежит всего лишь, но корпус рад и этому, отлично. Теперь куда? Теперь на выход с уровня и на следующий. Третий эпизод пошел. Слушайте, такое, да, это вода двигается. Купол. А как туда попасть? А, это с ученика осталось, наверное. Но я заканчиваю уровень. Результат 135-136. Предметы далеко не все собрал. И секреты 8 из 9 нашел. Один не нашел. Следующий. Фортеца Азуры. Действительно, фортеца нас ожидает. О, какое тут серьезное нападение, причем с двух боков, да? Пушку Феникса готовить. Серьезную магию надо применять, ребята, потому что опасно. Сюда, сюда, полетело. Очень они быстро и резво стреляют. Не успеваю использовать то, что нужно. Летит еще заряд. Ла по себе, чтобы не попасть. Сейчас они меня, короче, раскатали.
Вот потом и смесь с учеников диспарила, что ничего не умеют магию. Отлично применяют свою магию. Взяли мне щит, сняли и... Сам виноват, потому что за слово почил. Музон этот был уже в одной из прошлых мап. Ловушка. Еретик загнал себя в ловушку. Надо приготовить что-то, аргументы посерьезнее, том силы, например. Жму кнопку и... Это лифт может быть, а не ловушка? Не знаю. Готовлюсь брать нападение. Кольцо неуязвимости не зря дают, потому что сейчас, наверное, что-то выскочит. Очень крутой музон. Я врываюсь в логово Гаргулей, получаю урон, но терплю. Терпимо достаточно. Всех расстрелял с помощью адского посоха. И в следующую дверь захожу, тут же Сандалю. Вот тут серьезно все будет. Тут надо, наверное, использовать, знаете что? Вот семерочку, вот это вот. Открываю дверь и Сандалю туда просто. Давай, ребята. Это ваши. Ваши... снаряды все. Они туда залетают, снаряды. Урон не сильно эффективный, но я хотя бы избегу урона, потому что им внесу. Эффективнее из арбалета на самом деле давать, как это ни странно. Во. Из-за угла просто. В бочину. Саламандре. Гер Саламандр. Да, получает. Раз, два, три. Сейчас промахнулся. Так, еще раз получает. Следы выстрелов остаются. Я вот не помню, в оригинале оставались ли следы выстрелов, или все-таки это за дроном этот движок. Еще кто-то нападает, не? Никто не смеет напасть на еретика, потому что еретик нападает на всех. Желтая-зеленая дверь, телепорт по центру и непонятная дверь. Телепорт, очевидно, телепорт ведет на начало уровня, и здесь все пооткрывалось. Тут же крылья гнева дают. Крылья гнева забирают в конце каждого эпизода, то есть это... Такой предмет на... Не эпизода, а уровня. Это предмет на уровень. Во. Больше двух штук, наверное, не может быть. Тут мы спустились. Мы все глубже и глубже, слушайте, в этот бассейн спускаемся. Чтоб последний уровень вообще под водой не было битвы, а, мистер Деспарил? Что вы скажете? Потому что вот тут все синее. Господи. Символ, трезубца. Хожу, стреляю. Праведная магия дракона работает и уничтожает противника. Говорю, уничтожает противника. Противники налетают в больших количествах, стреляются между собой, но у них не получается взять еретика. Очень крутой зал. Посмотрите. Все в воде. СМС-ка опять приходит какая-то на телефон. Завибрировала в кармане. Сейчас сбила с пантылыку. Не буду смотреть. Потому что хочется играть, а не отвлекаться. Никогда не дадут поиграть. Уже говорил об этом неоднократно, эту фразу. Смотрите, они тут подвесили других наших древних предков. Это следует месть совершить более чем серьезную. Я вижу арбалет, я сохраняюсь, потому что немножко страшно нырять. Так. В воде меня течением несет, и тут что-то открылось. Я заметил. Там, по-моему, был противник. Подожди. Мы готовы теперь дать по нему. Вот действительно. Так. Летит три заряда феникса по нему. Это секретный какой-то проход или что? Да, это секретный проход. Хорошо. Теперь можно посмотреть смс-ку. Такси 6343, что это такое? Непонятно, ребята, не. Ничего такого. Но паузу должен сделать. Так, продолжаем, ребята. Тут все посмотрел, да? Теперь куда идти? Теперь куда-то сюда. Заходим. Темное помещение. Ведут огонь по мне. В большом количестве. О, туда надо из пушки Феникса, наверное, засандалить. Сейчас мы ее приготовим. Один щит остался. Один заряд щита. Одна защита. Единица защиты просто летит. Магический снаряд тут параллельно, то точно такая же ситуация, да? И афридианы еще стреляют по мне из своих жезлов. Тут всех завалил. По афридианам отправить несколько подарков туда. Феникс в стену врезался. Так, афридиан готов. Следующий, еще один undead выжил. Undead knight или как warrior undead получает. Ох, критом мне прилетело, боже мой.
Еще использую бутылку, а Фридианов всех завалил. Еще один остался. Очередь прямо в лицо прилетела. Еще бутылку. Так, схожая ситуация, но тут уже попроще будет. Тяжело выбирается оружие. Это на шестерке Феникс. А мне проще, когда какие-то гранатометы на пятерке. Перебинживать уже ничего не буду. Сейчас. О, все снаряды потратил, кстати. Впереди нападение саблеклолов. Но они не опасны. Мы их возьмем сейчас с дальней дистанции. Туда влетать не будем. Как сюда попасть? Колонна. Тут заперта. Ребятки. Возможно, даже перчатками с помощью перчаток некромантии, наверное, взять. Каким-то вот таким вот способом. Через свободную кассу, да? Вы подходите на миллиметр, и я вас беру. А вы пробиваете все равно по мне. У меня и так щита нету, а я бутылку подберу. Так что можно будет быстрее просто, наверное, вот так вот взять. Не, вы пробиваете очень знатно. Стоит отдать должное, дверь открылась какая-то. И выходит ученик Деспарила и готовит уже свою магию мерзкую. Посмотрите, на тебе сюда. Из арбалета выстрел. Просто в твой живот. Он жив еще, он за колонной спрятался, потому что готов, и потом силы из него падает. А лечилок-то тут уже нету. Ха. Тут снаряды, это такое. Так, мистер Сабриклоу готов. Отсюда вышел, да, ученик Деспарила? Я тут все чистил. Очень странно. Тут открылось что-то. Тут телепорт открылся. И еще двое учеников Деспарила. Использую магию. Вижу щит. Щит сейчас не хочу тратить. Стреляю по ученикам из арбалета, веду огонь. Получает, второй получает. Из него, из них рандомно снаряды выпадают. Хорошо. Я промахиваюсь. Я попадаю. И вот тело развалилось уже. Тут может секрет еще какой-то будет. Не. Подбираю снаряды. Тут я видел щит. Отлично. И на этом серию мы должны будем закончить, наверное. А, это выход в начало. Ну вот тут и закончим, наверное. В следующей уже будем продолжать. Четвертую мапу, кстати, уже четвертая, боже мой, Фортресс Азура. Она огромная еще достаточно. Да, потому что я же еще ни одного ключа не подобрал. В следующей серии, ребята, продолжим Еретика. До свидания.